Карточки некоторых банков могут не работать в ночь на 23 октября. Об этом сообщает банковский процессинговый центр. Причина в технологических работах. Кратковременные перерывы в обслуживании возможны с 3 до 6 утра. Это коснется не только держателей кредиток, но и сетей организаций торговли, пунктов выдачи наличных и банкоматов. В Беларуси вырос спрос на импортные грузоперевозки. Показатель увеличился на 126% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Большая часть грузов из России. Данные экспорта также поднялись. За третий квартал 2023-го прирост 21%. Актуальными остаются поставки в Китай и Казахстан. Wildberries планирует расширить ассортимент отечественных товаров. Компания поставила высокую оценку качества уже продающимся изделиям. На маркетплейсе представлены мебель, домашний текстиль, трикотаж, фарфоровая посуда. Беларусь занимает второе место по продажам среди площадок компаний в СНГ. В Могилевской области проходит месячник «Человек с белой тростью». Инициатива направлена на решение проблем людей с инвалидностью по зрению, защите их прав и интересов, повышение качества жизни. В рамках акции пройдут творческие мастерские, мастер-классы по рукоделию, брайлевские чтения, семинары и различные тренинги по актуальной теме. Федерация профсоюзов Беларуси 26 октября проведет республиканский прием по вопросам граждан. В Бобруйске он пройдет с 10 до 12 в административном здании городского краеведческого музея. Темы будут касаться разъяснения норм законодательства в сфере трудовых правоотношений.